Приветствую вас, любители постапокалипсиса, с вами Морш, и я продолжаю свое прохождение метро Exodus. Собственно, в прошлой серии мы были в бункере Ямантау, в бункере правительства, где оказались людоеды, где оказалось правительство стало говнюками, генералы стали хавать людей. Ну, собственно, мы с ними за это и поквитались. Вот моя женщина стоит со мной рядом, и мы, судя по всему, двигаемся на Каспий в спутниковый центр связи, где собираемся найти какие-то карты чистой земли. Надеюсь, найдем. Да, честно, один песок, обстановочка скорее какой-нибудь техасских пустынь, тут, чем Каспия. Хотя я на Каспии не был, может быть, там на самом деле все так и выглядит. Че там такое? Артем, машина! Ух ты, УАЗик! Блин, и тут у них баб не хватает. Эй, ребят, у нас всего две, и одна на вырост, поэтому даже не думайте. О чем, блин? Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. А что, у нас были хорошие встречи? Женщина. Они в поселке тормознулись, около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох, остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром. Ну окей, отпинаемся. На разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Короче, просрали все полимеры, судя по всему. Надо решать. Анна, Дамир. Вторая задача — поиск воды и топлива. Принято. Поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Может, каких-нибудь апгрейдов дадут? Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? А, кстати, знаете, у бабёнки моей как-то и морщины подразгладились. Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, без брони она посимпатичней. Но рисковать нельзя. Хорошо. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Да я уже готов, Крест, что мне готовить. А твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет. Не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват? Да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. Ладно, где у нас тут выход? Мне бы, наверное, к верстаку. Но, судя по всему, хрен мне, а не к верстаку. Так. А можно в вагон зайти, ребятки? Мне патроны нужны. У меня, блин, ноль. Артём, на пулемете 75. О, привет. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Да, 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 давай. Что это за херня? Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря. И начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Ну, неплохо, неплохо. Ой, да, начните мне сейчас прям в этой пустыне самому. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Да, пусти меня только туда, к верстаку. Так, Очелло. Автомат какой-то. Во-первых, надо менять пулемет, потому что пулемет мне здесь явно нахрен не нужен. Давайте сделаю аптечку одну. Понятно, разрывные шарики, но они мне тоже пока не нужны. А вот обычные шарики лучше взять. И пулемет, пулемет, пулемет. Где его тут менять? Патроны. Дробовые нужны. Дробь никогда лишней не будет. Давайте так, почистим тихарь. Он мне пригодится. Почистим дробовик. Он чистый, хорошо. А это дело сменим на... А на что ж его менять? Ну, пулемет, конечно, тема прикольная, но, блин, и патронов мало, и расходует он их как-то не по-хорошему. Лучше взять калашик. Значится, калашик, да? Приклад, длинный ствол, оптика, длинный магазин. Ох ты, уже у меня на калаш на 45 патронов магазин. Тема. Лазер не нужен. Ну, и, наверное, все. Наверное, все. Поэтому я готов к труду и обороне. Патронов вроде более-менее. Так, компас на наруче всегда показывает нужное направление. Мне туда. Ну, погнали. Погнали. Так, прячем оружие. Эти хрени на меня нападать-то не будут.
Зайцы побегаются, убегаются. Вон чьё-то знамя. Значит, чую мне сюда. А тут никого, да? Да, тут никого. Ну давай, пролазь. Звуки. Понятно. Все с вами. Блин, с кирпичом ебальник. Да откуда вы здесь, а? Ух, я меткий. Ой, я снайпер. Ой, я снайпер. Да ну. Шоу мне с прицелом, ребят. Чё-то ручки трусятся. Блин. Только патроны зря я расходовал. Охрена себе тут. Церковь? Блять, сука, вот конченая, а? Подкрадываются мышеньки. Что такое? Оно еще и загорелось. Как оно загорелось-то? От чего? Блин, охренеть. Не, дай мне эту штуку обыскать. От чего оно загорелось? Хер поймешь, хер разберешь. Блять. Как эти патроны мимо-то летят? Все? Вроде все. Вот суки, а? Ныкаются, блин. Заразом. Так, канистру обыскать нельзя. Что, ничего вообще не будет? У меня вон хлам какой-то. Какой-то чудик. Понятно. Советская наскальная живопись. Понятно. Ой, куда мне там надо пилить? Компас указывает. Компас же туда указывает? Ну, вроде да. Вон еще эти черти. Мест тут никаких интересных нет, куда по дороге можно забежать. Так, паровоз, понятно. Ну, только деревенька. Опять же, встреча с туземцами. Убивать их, не убивать. Хрен его знает. Или лучше вырубать. Все-таки, судя по всему, в метро есть несколько концовок, поэтому карма здесь как бы важна. Да иди ты нахер, зараза. Но я думаю, местные минимум слышат, что я приближаюсь. Потому что шума я создаю до хрена. Откуда рычат? Блин, вот это вот желтое окружение, честно, глаза болят высматривать тварей. Они ж где-то есть. Так, как я промазал? О, понеслась моча по трубам. Минус. Тоже вроде минус. Всё? Да иди ты. Все? Тишина, не тишина. Не тишина. Теперь вроде тишина. Аж интересно, нашел этот счетчик мне постоянно что-то там накручивает. 3901, 3902. Типа очки какие-нибудь. Потом я смогу за них взять себе автомобиль в суперигре. Очень хотелось бы. Что-то это пахнет норой. Не пойду я туда. Эти, блин, хрени каркают. Сюда не пройти. Ладно. Ну, вылазь. Сюда тоже не пройти. Ну ладно, ладно, ладно. У меня такое ощущение, что лучше по дороге идти. Ну, ты вставать будешь, нет? Вон машинка. Блядь. Тут еще сука. Блин, эти полускримеры. Хрен
хрен просышь, откуда они берутся. У меня так аптечки все закончатся. У меня их атак 3 штуки осталось всего. Еще и буря надвигается, да, мне сказали? Ну, это, судя по всему, она. Блин, там человек распятый. Можно у вас машину угнать? Нет, нельзя. Дайте Бобик угнать. Удерживайте противогаз. Блин, один патрон на дробовик, жопа. Короче, надо крафтить. Было больше, гораздо больше, судя по всему. Без дробовика здесь крайне хреново, что такое М. Ага, это приклад, понятно. Блять, со всех сторон. Да отваливайся ты уже, сука. На калаш тоже патронов не так уж много. Пошли в здание. Все летит, все пердит. Ну так а куда мне компас-то указывает? В автомобиль? Или как? Ну вот автомобиль, и что мне с ним делать? Если бы я мог в него сесть, я бы сел. Ну как мне в него сесть? О, не, это фильтр. Блин. Где тут вход? Что мне сделать-то надо? По непонятным причинам машина свернула в деревню. Я должен найти этих людей с помощью или нет, добыть воду для экипажа. Но людей тут нет. В машину сесть не могу. Ну значит пошли сюда, а что остается делать? Пусто. Так, здесь заперто. Твари горчат. Но здесь тоже нихера нет. Так куда мне надо? Что мне делать? У меня указатель на автомобиль. Ну автомобиль я нашел. Дальше-то что? Что дальше, хрен понятно. Ага, вон вверх можно подняться. Ответьте! Иди ты в жопу, баба! Уйдите вы все в жопу, а. Трупы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тишина должна быть в библиотеке. Кстати, про библиотеку. Интересно, здесь библиотекарей не будет? Помню, в первой части они были прикольные. Их потом даже в сталкера перенесли. Такие живучие тварючки. Так, что у нас тут? Ничего. Книга почитать нельзя. Можно осмотреть. Ладно. А, у меня же под эту штуку есть разрывные пули. Можно, кстати, разрывные пули потестить. Ты-то тут откуда взялся, блядь? Вот сука. И главное, такой трупиком прикидывался, зараза. Радиостанция. Ну, доктор. Что, сюда нельзя пройти? Ну, судя по всему, хлопцы здесь. Ну, давайте. Врываемся. Сюда эти твари как бы и пытались прощемиться. Да, меня, кстати, спрашивали, типа, сколько еще серий будет. Ну, не знаю, судя по всему, это последняя локация. Поэтому я думаю, еще серии 3-4 максимум. Если, конечно, я здесь нигде не застопорюсь. И все будет норм. Артем, ты бы хоть перчатки носил. Хрен. Такс. Получил щит. Ладно, бывает. Скажите, что еще и эти ханнибалы, блядь. Я стою! Давай не будем убивать. Пока не будут убивать аборигенов, посмотрим, может они адекватные. Это что? Это ключ от УАЗика?
Чили, это не УАЗик, как... Ну, это УАЗик, только я не помню, как он называется, конкретно модель. Не вижу тебя. Чпоньк. Все? Нет? Ой, а что меня шатает так? Вроде все. Угу. Один, два, три. Ладно. Это у нас что такое? Новый ствол? По-моему, это, короче, крутой дробовик, ребяточки. Сейчас давайте с этими тварями распетляемся. Они ж явно сейчас сюда прибегут. Вон, хрюкают. Как сзади? Откуда, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сдулась. Блядь. Минус. Хорошо. Все. Нормально, в жбан прилетело. Что у вас там еще есть? Вроде все. Так, как насчет сохранения? Нету сохранения. Я тут пока дробовик рассматривал, эти уроды, блин. Это же дробовик? Это вот как в начале у меня был, который ваншотал. Классно же, фиговина. Опять хрюкаю где-то. Да, супер. Сейчас я, блин, навоюю тут с таким количеством патронов. Прям по самой не хочу. Вон еще одна тварь, блин, припрыгала. Просто у меня такое ощущение, что здесь может быть, что они просто респятся постоянно. И как бы сколько их не выноси, они все равно будут подбегать, пока я отсюда не свалю. Бывает такая херня в играх, ну, конечно, в АА-проектах такое редко бывает, но тоже могут сделать, блин. А учитывая, сколько здесь косяков и багов, то вполне себе разработчики могли забить. А что, здесь один всего товарищ был? Ладно. Здесь ничего интересного. Ну, тогда давайте съезжать и спирать машинку. Здесь хотя бы показали, как я торможу. Или это что-то. Блин, на тихарь бы прицел обычный. А я уже смотрю, так приноровился постреливать. Хэдшоты вешаю, как в КС-очке. Изи, блин. Удерживайте А, зарядка. Что зарядка? А. Понятно. Фонарик сдох. Ну, давайте. Меня уже радует, как ее открыть. Я же взял ключ. О, рулить. Ой, что-то тут руль странноватый. Вам не кажется? Блять, вы только оттуда, сука, а? Опять уроды, один уроды, а? Завел пуля. Хватит, ты уже завелся же. Вот ты где, дружище. О, у Дамира такая же рушбайка, как я нашел. Вот мне просто интересно, но вы же как бы спартанцы, мы типа военные. Поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Не, хозяин это ж, я его не убил, я его вырубил. У тебя такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. А что не я за руль? Королю. Это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ну, ты поехали, тут в песке поехали. Куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Куличики. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может отправлюсь к тебе. До встречи. О. Установим ствол обычный, прицел, ну вот такой нормально пойдет. Это у нас что? Малый барабан и лазер. Лазер мне нахер не нужен. Мне патронов, Дамир. Ты не хочешь мне патронов дать, а?
Какая у тебя лопатка складная, а? Моднявая, моднявая. Могли бы, кстати, мне лопатку вместо ножа дать. Я бы лопаткой сюда по всем помахал. Да, руль. Судя по всему, в будущем, что такое круглое, мы забыли. Подходящая. Все, я не выйду, я застрял. Откуда, блин, вот эти пожары-то, а? Я ж ничего не поджигал. Ладно, давайте разберемся, куда мне ехать-то надо. Такс, ну по дороге, по прямой. Но, скорее всего, я бы сейчас на самом деле вернулся к поезду, потому что без патронов я не вырулюсь. А патроны даже на тот же дробовик я скрафтить не смогу. Тихарь-то ладно, еще смогу. Или поехать с тихарем одним. Ладно, поеду с тихарем. Разберусь. Там, в принципе, с людьми воевать. Обойдусь шариками. Давайте, кстати, заюзаем аптечку. Да, до хрена кораблей. Но это, судя по всему, вот это как раз и был Каспий, да? И типа засох. Чпонь. И нету. Что-то я дальней дорогой поехал. Ну ладно. Блин, глаза режет, если честно, вот этот желтый цвет. Вода. В воде никого не живет. Ну, судя по всему, контролируют это все бандиты во главе с бароном. Ладно. Договорились. Какой-то блокпост. Есть тут люди, нет тут людей. По-моему, кто-то сидит в раскатах электричества. Ой-ой-ой-ой-ой, вы кто такие? Рабочие какие-то. Господа, а мне бы это, как пройти в библиотеку? Никто не подскажет? Кто есть такой? Непонятный мырза. Рабы. Не знал такой мырза. Новый мырза. Ага. Плохой новость. То ли татары, то ли монголы. Новость. Понятно, рабы. Совсем. Рабы — это не очень хорошо. Я против рабов. Я за честный капитализм. Работник должен работать за копейки, чтобы ему еле-еле хватало на еду. Но никакого рабства. А это, судя по всему, местный вождь. Барон дает нам силу священного пламени. Чё, блядь, опять культисты какие-то. Вон газик. Судя по всему, в них рабов и возят. Ну ладно. Значит, будем свергать рабовладельческий строй. Какое? Да я только за. Юль явно тёлочка. У нас с тёлочками как бы недостача. Поэтому я готов. Тоже Дамиру скомандовали. Где этот Дамир? Хрен его разберет. Так. Дальше куда? Вперед. Назад. Вроде вперед.
Что-то этого маяка ни хрена не вижу в этих желтых цветах, желтых тонах. Барон говорить будет! Да что, опять барон, блядь? Барон говорит! Ага, мне сюда. В натуре, ну ляньте, безумный Макс, ну один в один. А мне вот эта вот штучка больше нравится, чем... Класс. Че, можно спереть? А нет, просто открыть. Закрыто. Надеюсь, я найду там себе ключик. Прикольная штука. Тваря. Ах, нихера себе. Так, что там за тело? Это кто? Дамир? Или кто, или нет? Свой, чужой, кто это такие вообще? Вроде отмечается желтым, а не красным. А не, красным. Вот, поближе подошел, красным. У тебя как? Что такое? Что, его и убить нельзя? А, он сам сдох. Ну ладно. Не очень и хотелось. Еще один. Господин, вы же просто огонь! Обыскать можно, но чтобы себя не спалить при этом. Что такое? Да ты ж в голову получил патрон, блин, хватит. Трупы. Нефтяник. Но топливо тут точно есть. И походу кому-то больно. О, патроны на дробовик. Это хорошо. Очень даже. Да кто там пиздит, я не понимаю. Трупы. Отбираем все. Симулятор бомжа продолжается. Типа, потушить. Факелы, блин, ну какой здесь стелс, если... Ты чё? Да, это я. Нормально, выхватил. В письку. Смертельный выстрел в письку. А вы как хотели. Какой-то. Кстати, может зафигачить себе револьвер под такого безумного Макса, длинноствольный, снять глушитель и поиграть в рейнджера. Калашик. А, дробовичок. Явно патрончики будут. Погнали дальше. Так, давайте подкачаем. А то, как обычно, в самый последний момент, в самый нужный, сдуется, а это похоже на растяжку. Граната. Какая-то херня. Снова какая-то херня, мусор. Пам-пам-пам-пам-пам. Мне что, туда? Или не туда? Или как? Что-то я туда пролезть не могу. А куда мне тогда идти? Ну, пошли наверх. Живой, не живой. Блин. Не попал. Это кого ты там прижал? Я даже не прижался. Здесь же еще вроде один был, или не? Или умер? Так, ты кто? О боже. О боже. Покажите мне ваше лицо, господин. А это что было? Чё все так потемнело-то? Здесь вроде ничего. Вот что-то я подозреваю, что вот эти баллоны могут нифигово так ебануть, если там попасть. Но может быть и нет. Пока пробовать не буду. Калашик. Но здесь уже смотрю, хотя бы с патронами как-то полегче. Все с оружием бегают. А значит, можно чисто на дропе жить. В принципе, нормально, что не пошел брать патроны. Все обыскал. Вроде все.
Блин, вот прицел бы не ночной, а? Он бы обычный. Я был бы рад и счастлив. Да, кстати, у меня же дробовичок новенький. Давайте его и опробуем. Трупецкий. Где снайпай? Да что, одна тёлочка столько народу перебила? Сколько самого бабёнка опасная. Прыгай, прыгай. Пахнет дропом. Наверное, все-таки лучше сейчас взять тихарь. Тут явно будет расстояние, а значит, дробовик не самый лучший помощник в этом деле. Так, куда мне дальше-то идти надо? Куда? Ага, вон, вижу. Надо никуда стрелять, женщина. Ты красный, не красный, красный. Блять, ни хера не видно. Мать твою! Ты, блядь, кто такой? Я? Дед Мороз. Подарки вам. Ой, а хуль такая темпераментная восточная женщина, судя по всему. Блять, ни хера не видно. Получай, шайтан. Ну, залезь. Ну, залезь, ну, пожалуйста, Артём. Блин, ну какой же ты кусок говна, а? Хорошо бил этот собака! На, собака бешеная! Ай, блядь. Прилёт. Давайте так. Начнём с аптечки. А продолжим с калашом. Потому что, ну, вас нахер. Не видно ничего, блин. В ночник. О, тельце. Красный. Да не, вроде не красный. Где еще кто? Там тихо. Где кто, ребятки? Вы че попрятались все? Красный, красный. Так, оп. Весь собака добьем, чай пить будем. С баранками? Хочу с баранками. Все, тихо, вроде да? Всех собака добили. Да, ну, тихо, да. Сюда иди, ой. Да? Сюда иди. Слышишь, женщина, сюда иди. Это ты сюда иди. Я тут мужик. Ты чё? Это ж монгол. Из этого, из интернета. Ладно, не буду тебя убивать, ты прикольный. Хватит на меня ругаться. Тебя что, тоже ранили? Он враг, ты его убивал. Ты друг, думаю. Стоп, это что такое? Снайперка. Ты стой, я лифт опущу. Да, да, хорошо, давай. Снайперка. Снайперку надо брать. Короче, наверное, блин. А как так, чтобы, короче, все оружие сохранить? Ну, не калаш же сбрасывать. Хотя можно и калаш, наверное, сбросить, потому что... Ну, у меня на него хоть патроны есть. Ладно, давайте глянем на снайперку. На снайперку снайперские патроны. Я думал, калашевские. Ну, наверное, в принципе, он... Она мне заменит калаш. Чё-то у тебя лифт какой-то странный, госпожа. Ладно, на снайперку сейчас посмотрим, что по прицелу можно будет поставить. Это главное. Пока меня поднимают. Хотя, с другой стороны, у меня тихарь, это снайперка. Но, блин, она с прицелом конченым. Ладно, взяли новый вид оружия, и хорошо. Один патрон, одна зарядка. Жопа. Артём, да? Ой, какая девушка. Проходи. Кто убил Мунайбай, мой друг? А чё у тебя с лицом? Мунайбайлер, народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. И чё? Ну ладно, хорошо. Смерть так смерть. Что у тебя тут интересного можно спиздить, а? Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Патрон. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунайбайлер. Не надо, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка. Раньше до войны центр связи был. И как, мама, короче, бандиты вокруг, а она тут спокойненько Брошу, жила? Да. А это что у нас... Был там после а это кто такой? Искал следы мама. Любимый ничего ее. Не
Любимый ютубер? А может быть, это я? Вы же хотели узнать, как я выгляжу. Может быть, вот это я? Хорошо. Такая пасхалочка. Артём, надо найти Аркиль. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за бортом военных периодов. Мельник, не кипишуй, надо будет найдем. Кодекс 2013-го. Да мир скоро будет... Меня интересует больше на снайперку, что можно поставить. Длинный ствол. Так он ни хрена не длинный. Если идти ночник, надо, пока коллиматор и обычный, блин. Да, с прицелом и жопа. Если надо, пользуйся, да? Там о, верстачок, да, верстачок. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя верстачок выбор это нет. Хорошо. Да, я понял. Верстачок это хорошо на самом деле, но только вот у меня такое ощущение, что... патроны, да. Давай на снайперку затарим патронов. На дробовик затарим патронов. Блин, херня, вообще очень мало остается ресурсов, конечно. Давайте почистим стволы. В порядок приведем. Дробовик. Ну, по сути, у меня, блин, тихарь это снайперка. Ну, такое. Да, кстати, на тихарь, наверное, надо снять прицел. А я с калаша снял прицел. Почему я на снайперку обычный снайперский прицел не могу установить? Я лучше, блин, такой на тихаре оставлю. Сменить здесь я нихера не могу, потому что гладиолус. Ладно. Бронька. Ее надо чинить. Да, давайте тоже починим. Больше ничего вроде у меня апгрейдов, ничего нет. Ну что ж, Гюльнара, ты где? Ты куда делась-то? Наверх пошла. Пофапать на ютубера? Не? Бля, нормально, свалила куда-то. Женщина, мы с тобой еще не настолько хорошо знакомы, чтобы ты меня дома одного оставляла. Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? Главное не втупиться. Погнали. Сохранения нету. Жалко. Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой. И Ленин молодой. Теперь вот у нее снайперка такая, свиньи, короче, поопасней. Люди в звери. Во-первых, превращал. Схема был пап. Народ гюль. Во-вторых, нормальный превращал. Длинный ствол адекватный. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Нефтяной старик собака. Умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. Короче, 5 лет возвели. Война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Ну, я понял. Хорошо. Я сочувствую. Честно. Вот если бы у тебя с мордой чуть-чуть не так было, вообще симпатичная девочка была бы. Такая, с азиатским закосом. Куда, ладно, нам рулить-то? А то я все прослушал. Юль согласилась помочь, она пройдет меня в бункер связи. Ну, погнали. Гюль так Гюль. Давайте снайперку попробуем. Ну, вряд ли она в тело с одного выстрела ложит. А если ложить в голову, то, в принципе, и тихарь то же самое. Ну, ладно, опробую. Но без оптики, конечно, это такое себе. Юль, ты что там? Труп нашла. Ну, блин, что-то один она как-то, короче, ходил. Быстро. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Пауки, блядь. Не хочу я к паукам. Пошли лучше чай пить. Видишь, с баранками. Проход ты обещала. Здесь. Туда лес, потом вижу. Я. Как обычно. Кто лезет в жопу? Конечно же я. Ладно, это полить сейчас все пока не буду. Так, вроде пауков нет. А вот вроде звук. Блять! Это скриптовый паук, судя по всему. Отъебись, паук. Свет не зайти включить. Давно нет. Включить надо, ворота открывать надо.
Хорошо, как мне включить электричество? Ой, тут пауки. Форма советская еще. Может, все-таки удары были нанесены еще по Советскому Союзу, все-таки не по России. Электричества нет. Дверь закрыт будет. Да я понял. Вот это электрощитовая, да, наверное. Электричество. Блять, что? Да. А, это я сейчас своей фиговиной дам электричество на бункер? Охерительно. Воя мастера. Прям вообще. Ну. Класс. Подзарядка ручная, которая запитывает бункер. Кстати, а что здесь у нас? Здесь можно О, тут что-то под брезентом. Кран. Если мне сюда не сказали идти, но сюда можно идти, то тут должно быть что-то интересное. Правильно, по логике вещей? А, ворота. Ну, а можно, можно посмотреть, что у нас тут? А, нет, как лодка какая-то. Ну, лодка так лодка. Лодка это неинтересно. Я-то думал уже какой-нибудь баги. Или, блин, машина безумного Макса с отсылочкой. Вообще красота, пасхалочка. Охуительно было бы. Ну чё, Юль, куда? Поехали? Или все? С косичками. Ладно, судя по всему, я сам поехал. Если мамин ага. Вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду. А, мамины вещи. Я надеюсь, там не какие-нибудь бельишки. Я как бы не против, но собирать труханы не особо круто. Так, кстати, у меня ж ночник был, да? Нет, это не ночник, это бинокль, а ночник у меня был на... Ни хера себе! Что за мрази, а? Они от света, типа, умирают? Или как? Понятно, света боятся. Хорошо. Значит, с фонариком мы жить и будем. Может, даже патроны не придется тратить. Так, это не дропчик. Да, блин. Движок какой-то. А что мне найти-то надо? Я вообще как куда? В чем моя миссия-то сакральная? Где-то на командном уровне должен быть архив в спутниковых снимках. Ага, снимки мне нужны. То есть здесь, судя по всему, снова бункерный уровень. Но надеюсь, здесь, по крайней мере, есть хоть какая-то свобода действий, потому что в Ямантау мне, если честно, не понравилось. Ну, коридорный шутанчик, чисто шутанчик. Ну, от метро я все-таки жду не чисто пострелушек. Если бы мне хотелось поиграть в шутан, я бы он последний Вульфенштейн скачал, не знаю. Угу. Явно сюда. Мне же жалко, есть? Полезли. Не, ну такой дробовик мне нравится поболее. И я явно ж это вот такой, как у меня вначале был паук, отъебись. Паук лох. Вон, видишь? Странно, вроде... Не на российской территории, а маты на русском написаны. Могли бы, ну, аутентичненько. Возле Каспия кто живет? Мне просто интересно, казахи, татары? Кто? Это похоже на... Хер его знает, на архив, наверное. Похоже, давай спускаться. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это мне не нравится. Ну, пауки, умирай от света. От фонарика умирай, блин. Или они просто боятся и не умирают. Короче, я понял. Если здесь разрядится фонарик, то мне жопень. Меня просто сожрут. Паук. Трупецкий. Дальше-то куда? Здесь я не пролезу вроде как. Паук, нахер иди. Нахер иди. О, нормально. Так. Лучше все поджаряжать, потому что. Ну, что я здесь не могу пройти? Бинокль мне тут явно не пригодится.
Тут надо чем-то это разбивать. Как у меня там удар прикладом? Блин, где у меня удар прикладом? Нет, фонарик мне нужен. М, по-моему. О. Во-во-во. Поползли. Рулит-то. Все стекла побью. Здесь ничего. Здесь ничего. Здесь я спустился. Здесь прохода нет. Там труп паука. Да, здесь можно подняться. Ну хорошо, подняться-то я поднимусь. Дальше-то куда? О, сюда? Я отсюда пришел или нет? Вроде мне сюда. Вот так вот блуждал-блуждал и вышел куда надо. Дропчика что-то не завезли. Халаты. О, это не дропчик? Нет, это не дропчик. Ладно, значит, прыгаю вниз. Блять, противогаз. Намордник, хорошо. О, свет. Ну, где у меня это изи убить? А, воу-воу-воу! Судя по всему, они не отклеиваются, блядь, просто так. Ну, как его убить? Там, на и нажать. Ну. Ага, его сначала надо, короче, отстрелять, а потом убивать. Тихо. Так, мамины вещи мне еще какие-то нужно здесь найти, да? Что я взял? Ничего я пока не взял. Дроп. Книга какая-то. Давайте читать. Оставить панические настроения. Предсмертную записку полковника Маркова сдать в архив под грифом «Совершенно секретно». Никто, кроме нас троих, не должен знать об этих приказах, фактически не имеющих силы, поскольку отдавший их человек покончил с собой, не будучи готов нести за них ответственность. Директивы 01 придерживаться жестко. Полное радиомолчание. Война продолжается, и мы солдаты. Даже если бы мы решили последовать этим преступным приказам, у нас нет бойцов, нет подходящего транспорта. Преодолеть 1000 километров зараженной территории для личного состава невыполнимая задача. Командующий центром спутниковой связи Каспий-1. Короче, судя по всему, приказ у них был валить. А они не свалили. Ну, очень жаль, очень жаль. Я бы свалил. Война продолжается. Война-то, может, и продолжается. Ребят, только воевать уже не с кем. Здесь не обыскал. А даже еще эти, блин, вещи мамины не протерять. По-любому же где-нибудь тут лежат. Ну давайте еще раз. О, если свет получится включить. Блин, какая у меня фиговина классная. Реально. Подошел под щитком, подергал. Была бы у меня такая дома, я вообще за электричество не платил, судя по всему. Пришел с работы, пару раз подрочил ручкой. И все хорошо. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь? Я на объекте. Да слышу. Юль меня чуть не подстрелила. Думала, враги. Судя по всему, он сейчас петлянет с этой Юль. Он тоже такой житель пустыни. Вот какие-то карты. Ничего взять нельзя? Вроде нельзя. Слышал, Артём? Да слышал, блин. Даймир, ты какой-то юморист, блядь, такой. Из серии не очень хорошего юмориста. Так, тут пусто, пусто. Судя по всему, тут везде пусто. А чё пауки, интересно, горят от света? Ну, блин, типа... Не любить свет и гореть от него, но это две разные вещи. Забрали.
Чтобы гореть от света, я даже не знаю, что должно быть. То не должна быть какая-то мега восприимчивая кожа, скорее всего. Ну, подожди. Так, сейчас, наверное, туда надо будет идти. Ух, тут хорошо запылало. Так, здесь брать нечего, брать нечего. Ну, пошли тогда сюда. Как сюда пройти? Ну, пролазь. Или мне не сюда? Хотя, ну, я тут был, вроде. Да я тут уже вроде везде был. Ладно. Компас должен указывать. Здесь... О, здесь я не был. Металлодетектор. Ну да, я зашел с оружием. Какой ужас. Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились. Как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, а он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Да. Уже я не знаю, что тут делать-то. Газ. Ну, фильтр я, по крайней мере, смогу скрафтить подручными средствами. С этим хотя бы я переживу. А вот патроны, например, не смогу. Того же калаша, вот я сейчас на него патроны поднимаю, у меня это его нет. У меня есть снайперка. Откуда я знал, блин, что мне пауков надо будет стрелять? Я думал, бандитов. И как бы дроби тоже не особо много. 30... Хотя нет, 38 плюс 3 в обойме. 41 патрон, нормально. Давай, 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 давай. Открываю! Ну, сдыхай, 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 я тебя фонариком бью. Ага, и тут все песком засыпано, и тут эти твари. Не, ну Дамир свет включил, значит нормально. О. Согласно инструкции, снял противогаз. Ну а что, система вентиляции, сказали, мне работает. Или вы хотите сказать, что я сейчас загнусь? Вы что, меня наебали? Вам это просто так не прокатит. Главное, чтобы тут зомбаки, блин, не восставали. Потому что здесь в закрытом помещении только этого не хватало. Трупсы. Дайте карты какие-нибудь, какие мне там нужны. Такс. Китай. Берут Каир. Не, Украина есть отдельно. Российская Федерация. Вот здесь уже Россия, здесь не Советский Союз. Казахстан, Украина, Польша, Беларусь. То есть, возможно, все-таки по России. Надо, блин, не знаю, первоисточник хотя бы достать. Я уже просто действительно реально не помню. Все-таки по России ебнули или по Советскому Союзу еще? Ну, сжигай. Ладно, что мне здесь? Ну, я ничего не вижу, что можно было бы поднять. Обычно активные предметы, они хотя бы выделяются этим, как он называется, цветом. А здесь вроде все одного цвета, вроде все вообще одинаковое. Ну, наверное, мне туда. Хотя он серп и молот. Хотя, блин, сейчас на куче зданий серп и молот. Ну, как бы, потому что строили в советское время. На многих еще не поснимали. Ну, в Украине, конечно, поснимали. Я про тех, кто не ебанулся и не пытается бороться с памятниками. Ну. О, бля, дверь за собой закрыл. Ой, какой паучок, молодец. Дверь за собой закрыл. Классно. Ну что? Блин, когда мне его добивать можно будет? 3 патрона я у него уже всадил. Давай, дохни. Ну сдохни ты уже. Чего он не сдыхает? Объясните мне, а?
Какой-то прям неадекватный паучок. Мало того, что двери за собой закрывает, еще как-то вздыхать не особо хотел. Что такое? Приуныл, братишка? Приуныл. Так. В туалетах самые опасные твари. Это всегда так. А из туалета у нас два выхода. Ну хорошо. Артём, связь рвется, ты слишком глубоко. Но есть одна идея. Ну давай. Ну как, Артём? Так, по крайней мере, тебе будет слышно. Дамир, а ты не хотел бы, например, со мной вместе пойти? Тут ебаные пауки. Как бы, и мне бы лишний ствол, ну, вообще не повредил. А я вечно один, блин, в самую жопу лезу, а вы потом просто, короче, радуетесь. Ты вон сейчас себе тёлочку явно найдешь, ну, прям пахнет этим. А я, как обычно, к своей вернусь, неадекватной. Хоть бы ее с собой, блин, дали. Дорогу. Так, что у нас здесь? Анализ новейших снимков позволяет заключить, что водохранилище быстро накапливает радиоактивные элементы, но поскольку они оседают на дне и мало взаимодействуют с экосистемой, ниже по течению экологическая обстановка в рассматриваемом регионе остается относительно безопасной. Очевидно, однако, перспективы долины полностью зависят от состояния шлюзов. Если они останутся закрыты, можно сделать уверенно благоприятный прогноз на десятилетия вперед. Если же вода прорвется, она принесет с собой 1000 тонн радиоактивного ила, после чего долина не будет сильно отличаться от других зараженных территорий. То есть тут еще и более-менее, короче, обстановка была, судя по всему. Ну, то есть, что-нибудь могло расти. Зря только прячу эту зажигалку, потому что тут везде эта, блядь, паутина. Такс. Опа. А это может быть мама? Айгуд? Нет. Потому что явно женщина. И явно этот... катсцена. Да, судя по всему, матушка возле маяка. А потом они ее, блядь, сбросят в колодец, и из нее вылезет девочка из звонка. Потому что маяк, все дела. Ну, вы поняли, к чему отсылочка. А где твои вещи, женщина? Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить в Гюль возле норе, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеюсь, что никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Юле. Доченька, неужели этот кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить? Ладно, понятно. Но, судя по всему, я забрал фотографию. Наверное, это и есть мамины вещи, как бы, типа. Ну, зашел, ладно, зашел куда нужно. Дальше Ох, так потряхивает. Ой, мне вот эта нора не нравится. Ой, не нравится. Ну, дохни. Так, сука, свали. А ну, дохни. Ну. Умирай. Хорошо, минус один. Ну. Не. Иди сюда. Дохни. Все? Успокоились? Всего два. Ну, нормально, вроде без особых потерь. Тут что-то подобрать можно было. Буква Е светилась. А, открыть. Не подобрать. Но все равно аптечку лучше использовать. Использовать аптечку и на всякий случай подзарядить фонарь. Чтоб без фонаря здесь беда, печаль. Еще одна нора. Так, сюда смогу пролезть. А можно и фонарь, короче, и зажигалку, наверное. Тут еще что-то. Давай сюда хотя бы попробуем пролезть. Господин в фуражке.
здесь... А, ну сюда бы я как раз и пролез. Ну, значит, мне явно сюда. Раз два входа ведут сюда, значит, сюда. Бля, паук, 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 паук. Съебись, съебись. Ну ладно, это типа не опасные пауки. Хотя бы я охуел, если бы по мне такие ползали, честно скажу. Вау. Главное, чтобы сзади не напали. Ну-ну-ну. Твари, твари. Опять какие-то подтормаживания, блин. Ну что, ну умираете. Я сейчас только же спиной развернусь, блин, они меня сожрут. Ну-ну-ну-ну-ну. Сдохни, сдохни, пожалуйста. Минус. Хорошо, минус одна зараза. Блин, это свалило. Куда ползти-то надо? Вот здесь бы прям очень нужен кто-то, кто бы мне спину прикрывал. Ну, пожалуйста, сдохни. Сдохни, 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 сдохни. Отлично. Отлично. Все, она сама сдохла, даже добивать не надо было. Ну, вроде хорошо. Ну, вроде хорошо. Минус два. Минимум минус два. Ай, блядь, сзади. Ну, 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 тварь. Я ж тебя там не достану. Я понимаю, что я тебя там не достану. Надо добить. Надо добить, а я тебя пролезть не буду, блядь. Это сука, а? Вот сука. А он, они восстанавливаются, зараза. Я ж туда пролезть не могу, блин. Уроды, вот уроды, а. Ой, уроды. Ну, тварь, я тебя сейчас добью. И сюда я пролезть не могу. Лучше спиной двигаться. Куда? Я уперся в что-то. Я в что-то уперся. Блять, и ты. Зараза, еще и патронов нет. Ну, сдыхай, 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 сдыхай. Все, сдохло. Так, хорошо, еще минус один, хотя бы уже хорошо. Ну-ну-ну, может еще и тот сдохнет? Вообще было бы замечательно. Не, не сдохнет. 1970-79. О, уже вывески пошли. Значит, да, во-первых, надо не убиться. А то я любитель убиваться. Просто падая с высоты. 98-й, 89-й, 99-й. Какой мне? 2013-й нужен, да? О, метро 2033. Наверху лежит. 2019. Ну, судя по всему, я нашел то, что надо. Пустая. Тоже пустая. А здесь... И здесь пусто. Все. Проебали все полимеры, судя по всему. Что-то меня попахивает, что вот этот властитель пламени, или как там они его называли. Короче, все эти карты подмотал. Судя по всему, они будут у него. Нет, вот тут что-то есть. Не совсем похоже на снимки со спутника. Больше похоже на какую-то детскую раскраску. Ну ладно. Будем считать, что это оно. Все. Отсюда можно валить, наверное, да? Что мне напишет? Что мне напишет? Карты у меня. После войны центр связи продолжал собирать данные несколько лет, так что карты могут содержать всю нужную нам информацию. Надо вернуться на базу, внимательно изучить это. Понятно. Возвращаемся на базу. Это что, мне сейчас все обратно? А нет какого-нибудь быстрого выхода, как в Скайриме? Типа, проходишь пещеру и потом быстро выходишь обратно. Ну и там сразу, короче, выход такой, и сразу возле входа в пещеру. Ох, тут уставшие господа. Совещались, наверное. Кассетка. Я рановато лифт открыл.
А, и как мне повезло, какой я везучий, что тут прям до сих пор остались видео, эти, блин, записи с Гюль. Понятно. Давайте почитаем, что у нас здесь написано. 5 лет с последнего сеанса связи с командованием. 5 лет мы выполняли приказ... Нет, вот. 5 лет мы выполняли приказ соблюдать полное радиомолчание, ждать инструкции. Пайки сокращать больше некуда. И тем не менее, запасы продуктов будут полностью исчерпаны к лету. Ресурс техники и силы людей на исходе. Нарастающая сейсмическая активность разрушает комплекс. Времени у нас осталось немного. Экологическая обстановка снаружи ухудшается... С каждым днем. Спутниковый мониторинг позволяет заключить, что уровень радиоактивного заражения местности превышает все спрогнозированные сценарии. Пересчитать относительно чистые зоны в северном полушарии можно по пальцам. Ближайшая более чем в 2000 километров от нас. О, вот туда и попиздуем. В сложившейся обстановке я не могу более нести ответственность за личный состав. Последним моим приказом будут нарушить директиву 01, выйти на связь с правительственным комплексом в Ямантау и потребовать дальнейших инструкций, соответствующих сложившемуся положению. Если в течение 3 суток таковые не будут получены, покинуть центр связи и пробиваться в ближайшей чистой зоне. Это 2500 километров, мы говорили про 2 только что. А я не представляю, как их преодолеть в сложившейся обстановке. Однако добраться туда – единственный способ выживания личного состава. На этом я слагаю себе полномочия. Бывший командующий центром спутниковой связи Каспий-1 – полковник Марков. Ну что ж, полковник Марков, ты все правильно, по сути, отдал правильные приказы. К сожалению, день рождения такой раз в году. К сожалению, ты не дожил, и приказ, наверное, выполнен не был. А, туалеты. Что-то тут много туалетов. Товарищ прилегший. А, стоп, здесь я был, то есть мне сейчас реально всю вот эту вот, блин, базу обратно проходить. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Сейчас на вот этой всей территории, блин, нет света. Это ж пиздец. Это ж пиздец, товарищи. Ну, сдохни, 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 сдохни. Дохни, 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 дохни. Блин, Артём еще, судя по всему. Блять, сколько их тут, а? Ну, пожалуйста, хотя бы один сдохни, уже будет легче. Так, лифт, лифт, лифт. Открывайте лифт. Блять, они еще плюются. Вот лифт. Вот лифт. Откройте мне лифт. Все, отгоняй ее назад. Куда она сбежала, блин, тварь. Вот тут сразу 2, 3. Сдохните. Она сдохла. Короче, если они на песке, то они зарываются в песок, и я ничего сделать не смогу. Если их здесь неконечное количество, то мне жопа. Ты чё ты задыхаешься, блин? Фильтры вроде на месте, ну. А, заклеить. Блин, как заклеить? Как заклеить противогаз? О, налепил. Горючка на исходе. Я рад, что горючка на исходе, блин. Я не понимаю, куда мне идти. Горючка у тебя на исходе. Сдохни, 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 сдохни. Все? Вроде сдохло. Так, отсюда газ какой-то идет. Ну вот лифт. И как, куда мне? Компас должен указывать. Куда указывает компас? О, вот лифт. Как я его не заметил. Поехали, поехали нахер отсюда. Противогаз, блин, раздолбан. Все раздолбано. Патронов мало. Лифт с дырками. Вот это вот мне нифига не нравится. Что, я уже готов отражать нападение сверху. Ой, тут еще стрельба сейчас начнется. Нормально, держитесь. Да их фонариком надо убивать. Не трать патроны зря. Сейчас они сами сдохнут. Видишь, как хорошо дома.
Пока есть свет, они не бросятся. Бегом, марш! Ну бегом, бегом, бегом. Куда бежать-то? Ну, побежали. А, прыгаем. Ну попрыгали и побежали. Ух, сука, ух, сука, ух, сука. Блин, еще опять скрин. Пока есть свет, они не бросятся. Сейчас что-то бросаются, блин. Света нет. А как вам такое, ребят? О-о-о-о-о-о-о-о, аптечек нет. Ни хрена нет, блин. Дайте еще одну бутылку. Все? Вроде вырулился. Но я им нормально устроил тут. О, и Дамир тоже добавил. Красавчик. Карта у нас. Так что осталось отвести полковнику на базу. Кстати, тачку я посему. Газик можно снять. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещину. Мама говорила, его много чинил. И остальное тоже. Гюль, я тебе там это, фоточку принес. Ты прав, Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Ну вообще-то я тебе помог, а не девочка. Почему подарок девочке? Ты очень везучий. Мунай Балер много поход ушел, почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. Орда, может, монголы все-таки? Это по-русски получается. Нефтяники, пожалуйста. Или татары. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Ты что, не попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Ой, да из-за тёлочки остаешься. Ну, ясно, что это же день. Да? Скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свою судьбу. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам, типа, сам. Нелогично. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Понятно, идиоты, короче, сами вписались, подписали контракт, не прочитав то, что было написано мелким почерком. Ну что ж, ребята, на этом, пожалуй, я заканчиваю серию, уже больше часа. Надеюсь, вам было интересно. В следующей серии, конечно же, продолжим. Лайк, комментарий, подписка – это лучшая от вас поддержка. Я стараюсь поднимать этот второй канал, что называется, с нуля. Ну и на основном канале тоже видео будет выходить регулярно. Если ты не посмотрел финал моей Лиги Европы, то обязательно посмотри. Там есть на что посмотреть. На этом, пожалуй, все. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.